Здравствуйте, ребята! Сегодня я вас познакомлю с роботом со снеговиком головоломкой. В нем есть три части. Первая часть, вторая часть и третья часть. Елка мы пока отстегнем, она нам не нужна. Для того, чтобы открыть первую шкатулку, нужно взять одну из лап снеговика. Всовываем ее в левое верхнее отверстие. Всовываем, получаем ключ. Обязательное правило. Один ключ можно вставлять только один раз. Убираем обязательно. Вставляем. Видите, что вставляется. Отъезжает стенка. Получаем два подарка. Второе. Тут нужно ввести код. Поскольку нажимается не все, нужно нажать вот это. Отъезжает блокировщик. Нужно повернуть вот эту. Она вывернется. Достанем подарок. Для того, чтобы открыть третью, есть несколько отверстий. Но не в каждое войдет. Нужно сделать вот это отверстие и чуть-чуть сделать вверх. Итак, мы получаем третий подарок. Итог. Мы открыли снеговика. Всего. И получили все подарки. Итак. Вот все подарки, которые мы получили. И дополнительно. С Новым годом, ребята!